Потом в этом же зале мы придумали кино. Мы придумали изображение и звук изображения. Я думаю, что это лучшее в нашем городе изображение. Опять без ложной скромности. Но у нас очень дорогая аппаратура. Очень. Нигде такой техники. То есть деньги город опять? Город, конечно. Единственное, что я ставлю там в очередной раз хвостану себе в заслугу, то, что, на мой взгляд, получилось не дать никому ничего. Понятно. Позаимствовать. Как это сказать? Распилить. Все деньги, которые город давал, они все воплощены в технологию. Еще одно ноу-хау уникальное. Да, это главное. Это одно из главных ноу-хау. Может быть, поэтому он и строился 24 века, да. Но, тем не менее, надо отдать должное строителям, особенно вот тем, кто работал последние 2-3 года, очень тщательно подошли. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».